Только на центральном кладбище курорта похоронено 4 фронтовика, посвятивших себя в послевоенные годы охране правопорядка на курорте. Так случилось, что некоторые захоронения заброшены. Среди них и могила фронтовика Петра Костюка. Прокурором Сочи он работал 16 лет. В 80-х был отстранен от должности из-за нашумевшего сочинского дела «Океан». За то, что давал санкции на аресты некоторых высокопоставленных местных чиновников-взяточников. И только спустя десятилетия Петр Костюк был полностью реабилитирован. Привели в порядок и заброшенную могилу героя Советского Союза Александра Вожинского. Все могилы очистили от сорняков, починили ограды и возложили цветы на надгробные плиты. Среди наших сотрудников, сотрудников прокуратуры города Сочи, были ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, которые уже, к сожалению, нет в живых, но мы их помним, уважаем. В преддвериях праздника 9 мая, Дня Победы, мы навестили их могилы. Они, некоторые из них были в запущенном состоянии. Мы их привели в порядок. Это наш долг. Подобные акции сотрудники прокуратуры проведут на всех кладбищах курорта, где есть захоронение их коллег-фронтовиков. Напомню, глава Сочи призвал всех жителей города в преддверии юбилея Победы навести порядок на могилах ветеранов Великой Отечественной войны.